предлагаю вам в 2022 году посеять вот такой вот амарант, хвостатый красный водопад. Привет всем! Вот так вот 7 сентября очень красиво расцвел амарант. Свисают его вот эти вот красные косы. Называется это амарант, хвостатый красный водопад. Такая вот красота. Очень неприхотливое растение. Выносливое. Выращивали рассады, сеяли в теплице 20 апреля. А затем уже в конце мая, в начале июня высаживали в открытый грунт. И вот так вот к началу осени он преображается. Начинает выпускать свои хвосты в начале июля. И вот так вот постепенно к сентябрю становится вот таким вот супер красивым. Нужна амаранту, конечно же, опора. Наша, к сожалению, не выдержала. И вот они прям склонились к земле. Очень тяжелые становятся растения, когда вот, вот так вот на них становится очень много вот этих хвостов. Такая вот красотища. Переносит также амарант небольшие похолодания, заморозки даже до минус 2. У нас даже было минус 3. Ну, вот такие небольшие низкие температуры он переносит. И продолжает цвести. Поэтому, кто ни разу не выращивал амарант, обязательно попробуйте. Вам это растение очень понравится. Даже один кустик украшает очень-очень сад и может выделяться на какой-то клумбе. Вот всего один кустик здесь растет. И тоже вот он очень-очень красивый. С огромным таким вот хвостом. Очень большой.